Всем привет! Сегодня покажу скрипт на автофарм для Ninja Master. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать по-прежнему Star. Также ссылочка на него будет в описании. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на эту кнопочку Inject. И ждем, пока мы заинжектимся. Так, сейчас, получается, должна появиться иконка Easy Exploit. Это означает то, что мы заинжектились и у нас ничего не вылетело. Так, отлично. И после этого вставляем сюда скрипт из описания. И нажимаем... А, нет, пока не нажимаем, кстати. Сейчас я объясню, как им пользоваться точно. Значит, смотрите. Здесь написаны локации. То есть, где вы будете автоматически убивать... Ну, бота, короче, можно так назвать. Либо же противника. Смотрите, допустим. Если... Вы можете находиться только вот на этой начальной локации, то есть все последующие локации у вас закрыты. То значит, смотрите здесь вот что у вас написано. Допустим, вот она старт локация, то есть это вот эта вот вся локация стартовая. Чтобы для того, чтобы на ней фармить, вот здесь стираем false и пишем true. Вот, все написали. И также вот здесь вот есть true. Мы просто его убираем. Пишем false. Все, отлично. И теперь нажимаем exclude. Как видите, он получается убивает ботов только на начальной локации. Ну и последующие локации то же самое делаете. То есть, допустим, если у вас открыто инферно зона. Вы заходите сюда. Ищете это название. Вот, инферно. Это получается та локация за 200 тысяч. И вот здесь вместо false пишем true. И также вот здесь вот true убираем. Пишем false. Так, все написали. Давайте активируем. И, как видите, он, получается, одновременно начинает фармить на двух локациях. Ну, конечно же, это неудобно. Вот, так что изначально, когда инжектите чит, запускаете, лучше сначала подумайте, на какую вы локацию пойдете, а только потом ее включайте. Чтоб вот такого не происходило. То есть, то он туда тпхнулся, то сюда. Лучше всего, чтобы он на одной локации фармился. Ну, я думаю, в принципе, смысл понятен. Просто изменяете название. Допустим, я хочу на Ice Island. Я вот здесь вместо false напишу true. И также вот это вот true я изменю на false. И активирую. И он будет у меня на ледяной локации фармиться. Для того, чтобы выключить этот чит, нам нужна следующая команда. Также будет в описании. Копируем ее, идем сюда, вставляем и экскутим. Ага. А, все-таки намного удобнее, все, я понял. Смотрите, значит, все-таки, если вы накосячили, это можно исправить. Допустим, вы запустили сразу две локации, там, не знаю, по какой-то причине, нечаянно, допустим. Вы, получается, просто пишете вот эту команду, ее экскутите. И самая первая локация, которую вы заэкскутили, она у вас перестанет фармиться. И будет фармиться вторая, которую вы активировали. Вот. В принципе, довольно удобно. Ну, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.